Соперник без мяча. Отличная игра в отборе. Мукиеле. Переходят они в атаку. Но мяч все же переходит к сопернику. Тони Кросс. Карим Бензема. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Нкунку. Казимиру играет на перехвате. Бензема. Передача на Модрича. Удар не проходит, хороший блок. Есть шанс развернуть контратаку. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед. На пару решили разыграть эту комбинацию. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Отлично в отборе сыграно. Будет угловой. Самое скопление игроков, угловой подан. Отбивает мяч Куртуа. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Мяч летит в центр штрафной. Куртуа кулаком подальше этот мяч выносит. Лайнсман показывает на угол поля. Будет подача или розыгрыш, посмотрим. Мяч летит в центр штрафной. И ничего опасного здесь. Тащит он мяч вперед сейчас. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Федерико Вальверде. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Кевин Камп. Хороший пас на ход. Получается сохранить мяч в игре. Казимир. Кросс. Карим Бензема. Лука Модрич. Перепасовка. Не торопятся игроки. Ждут шанс для атаки. Это пенальти. Шанс для мадридского Реала. Ну как же так? В своей штрафной играет группа.